Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интереснейшие покупочки в Валберис, Озон, Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Еще одна покупочка – это туалетная бумага. Была самая низкая цена, поэтому заказала именно на Яндекс.Маркете. Смотрите, как она приходит. Хотела вам показать. Все упаковано, все просто отлично упаковано, запаковано. Открою, сейчас покажу. Это Deluxe, 12 штук, 3 слоя. Достала рулончик уже, чтобы показать вам. Ну, обычная бумага, мы ее всегда берем. Какая дешевле, такую берем. Deluxe и обязательно трехслойную. И по 12 рулонов всегда выгодно. 200 с чем-то рублей стоила эта пачка. Цена вообще отличная. Цена огонь. Еще покупочки, и здесь у нас батарейки, очень бюджетный набор из 24 штук, и средства для тонировки волос, это мне и Ксюшке сейчас покажу. Пальчиковые батарейки Kodak, здесь 24 штуки, 200 с чем-то рублей, девчонки, были, очень бюджетненько, сейчас много игрушек у нас с такими батарейками, поэтому беру наборами всегда, так гораздо выгоднее. Так, а здесь у нас тоник, это для меня. Как он называется, 462 Neon Pink, все приходит, кстати, вот так вот за... слюдировано, что хорошо. Даже если вдруг при транспортировке повредится, да, то другие товары как бы не запачкает, ничего не запачкает. А это Ксюшки. На время каникул 3,22. Ее любимый фиолетовый. У нее светленые кончики. И она хочет еще тонику. Кстати, беру первый раз. До этого мы брали пигмент прямого действия. Какой-то там, не помню, бренд. Девчонки и знакомые посоветовали тонику. Сказали, она помощней будет. Вот. А себе я не хочу, нет, быть ярко-розовой. Хотя в отзывах там фотографии ярко-розовый цвет волос. Я немножечко просто хочу добавить там шампунь или бальзам, чтобы был легкий оттенок. Посмотрим. Открыла тюбики. Здесь очень густой бальзам. Он ярко такой сиреневый, темный. Темный прям сиреневый. Не знаю, что-то камера не хочет вам передавать. Хотя возле окна снимаю. И здесь такой красно-розовый. Вот оттеночек тут хорошо видно. И он очень густой. Вот если, в принципе, добавлять по чуть-чуть, то хватит надолго. Не передает все равно камера его сиреневость. Но он, в общем, темно-темно-сиреневый. Густые, хорошенькие. Результат потом обязательно покажем. Ну что, попробовала на одной прядке. И, вы знаете, держала 3 минутки очень-очень ярко. Хочу я вам сказать. Поэтому, если добавлять с целью тонировки, то прямо одну граммулечку. Потому что, ну, очень ярко. Я 3 минутки подержала, у меня все руки окрасились. Или отмыла, вообще красные были. Но розовые, яркие такие. И на волосах подержала 3 минутки и смыла. Вот как это выглядит. Ну, класс. Что хочу сказать по тонике, я уже мыла голову раз 5, и она не смывается. Видите, побледнела, но не смывается. Я добавила еще совсем немножко в шампунь. И такой легкий оттенок красивый на волосах появился. Вот он красивый, не передает камера. Вот здесь я сделала прядку для симметрии, потому что не смывается, блин, представляете? Очень стойкая вещь, мега стойкая. У Ксюшки. У нее уже помыли волосы один раз. Вот как раз помыли, еще не расчесывали, высохли. И если прошлый пигмент смывался при повторной помывке, которую мы, вот, помню, до этого заказывали на Валберис, камера вам делает малиновый. Нет, он сиреневый. Волосы у нее сиреневые, кончики. Вот, то здесь после повторной помывки он не смылся, он остался. Мега стойкий, красивый сиреневый цвет. Сейчас попробую без вспышки вам передать. Без вспышки видно, да, что они сиреневые. Вот, вот так вот лучше видно. Так что тоника, конечно, рулит. Еще одна покупочка в Валберис. Это уже всем полюбившийся чудо-карандашик от бренд Free. Мы с вами все любим средства для выведения пятен этого бренда. Теперь у них есть карандаш, что мега удобно. Он очень классный. Обращайте внимание, что две штуки заказывать гораздо выгоднее. Цена вообще смешная. Работает на ура. Так, смотрите, что будем с вами делать, девчонки. У меня... Почему камера делает черным? Это синяя ручка. Это синяя ручка на Ксюшиной футболке со школы. Вот это вот ее футболочка. Футболка после стирки. И пятна вообще не выводятся от ручки. Вот вообще. Так и осталось. Еще у меня Крестюшина майка, которая тоже после стирки. Я не могу понять, что вот это вот за пятна. Они тоже не отстирались. Смотрите. Поэтому сейчас будем делать все с вами. По инструкции делаем, и все будет прекрасно. Нам нужен обязательно кипяток. Вода должна быть горячая. И достаем карандашик. Как он выглядит. Еще одно пятно. Тут, кстати, у Ксюшки спереди нашла. Где оно? Господи. Вот какой-то желтый от еды, что ли. Вот так выглядит карандашик. Мы отрываем полосочку и пользуемся первым отсеком. Хватает его очень-очень надолго. Вот таким образом. Теперь берем кипяток. Я вскипятила водичку уже в чайнике. Мы можем макнуть карандаш в кипяток, а можем прямо на пятно налить кипяток. Так, вот они, наши пятнышки. Вот таким вот образом.
Так, и где у нас тут еще? Вот тут. На футболочке. Вот тут на маечке. Вот так все обрабатываем. Видите, на мокром как хорошо видно пятна. И ручка не отстиралась. И теперь трем. Трем до образования пены. Если вы взяли водичку не горячую, то пены не будет. Сейчас я себе... А, у меня тут есть немножко еще так помакать. Помакать одной рукой мне неудобно. Хотя вот уже пена появляется, да, при соприкосновении. Именно с кипятком у нас активируется сам очиститель. И начинается процесс расщепления пятен. Я уже вам показывала, как удобно им чистить обувь. Просто изумительно вообще. Слушайте, ну, я думаю, что ручка должна отойти. Кто заказывал, обязательно пишите, какие у вас способы применения, лайфхаки. Вообще можно чистить все, что угодно. Абсолютно. Любые пятна и любые загрязнения, даже на каких-либо поверхностях. Потому что вещь мощная. Вот, нам нужна обязательно пена. Пена. И когда она появляется, значит, пятно обработано хорошо. Я как следует до пены обработала все пятна. Смотрите, вот у нас есть пена. И вот уже пятна исчезают на глазах. Минут 15-20 мы будем с вами ждать. Вот тут пятнышки. Вот здесь прям-то уже начали отходить. Пена образовывается. И пятнышки уже исчезают. Этот прям вау. Вот эту майку я вообще стирала уже раз 5. Ну, домашняя, от нее вот это вот не отстирывается. Не знаю, от чего это. А тут прям на глазах. И рисунок на месте, заметьте. Сейчас мы еще, конечно, посмотрим, но с рисунком ничего не случилось, потому что я всю мордочку вот эту вот у пчелки затирала. И цвет, и рисунок на месте. Так, все, ждем. А я вам сейчас покажу еще один свой любимый способ. С Крис вместе сейчас покажем вам свой любимый способ. Смотрите, я взяла с собой кипяточек, взяла карандаш. Это чистка ковров. Крис, принеси тряпочку с кухни. Нам нужна влажная тряпочка, чтобы убирать остатки карандаша потом. Вот пятно от чего-то, от еды, от какой-то. Мочу карандашик в кипятке. Так, держи ее, сейчас будешь вытирать. Держи. И вот так вот по пятнышку. Хоп-хоп-хоп. Вот это вообще очень быстро и очень удобно. Чтобы не оставалось от карандаша, сейчас, малыш, никаких разводов, мы с вами потом проходимся влажной тряпочкой. Вот прям очень удобно вот такие вот мелкие пятнышки с ковра, с обивки, да, там у кого подлокотники там из ткани. Вот так вот все быстренько зачистить. Курточку, рукава. Прям изумительно. Вот этот способ работает на ура. Все, вытирай, Крис. Пятнышко вытирай. Да, вот так вытираем. Вот так вытираем, трем. Давай, мама поможет. Так, давай, мама поможет, чтобы у нас не осталось белых разводов. Мы с тобой сделаем вот так. Это карандашик, Крис. Чудо-карандашик. Благодаря которому у нас ковер остается чистым. Вот, видите, все как прекрасно. Тихонечко, мам, тихонечко. Тихонечко, да. Сейчас еще пятно найдем. Даже ребенок. Вот, розовое пятнышко от пластилина, наверное, три. Вот здесь три. Три, три, три. И вот это еще пятнышко, смотри. Давай помогу. А ты тряпочку пока бери. Да, вот еще какое-то у нас с тобой тут пятно. И розовое. Или от фломастера, или от пластилина. Ну, его уже нету, вот все. Да, и вот тут какое-то пятнышко. Что-то прилипло у нас там. Так. Ты хочешь потереть? Сейчас дам. Вот и все, видите, розового пятна нет. Очень быстро и очень удобно. Но теперь обязательно тряпочкой вот так проходимся. И все. Чистота, красота. 20 минут смотрим. Я от ручки уже не вижу никакого следа. Пятнышки. Вот крупных коричневых нет. Вот эти мелкие два только вижу. Так, вот эти мелкие два. В общем, отправляем сейчас все в стирку и посмотрим на результат. Ну, уже круто. Ручка отошла. Ура! Все, постиралось и ура, ура! Смотрите, вот здесь где-то вверху была ручка. Ни следа не осталось. Вообще ничего не видно. Все отлично. Маечка девочки тоже вся отстиралась. Еще раз обращаю ваше внимание, что рисунок на ткани не повредился вообще никак. А это рисунок. Вот здесь у нас все коричневое было, помните? И вот тут вот где-то. Все отлично. Бренд Free в очередной раз не подвел. Я даже не сомневалась, девчонки, что все получится именно так.
Безопасный состав, экономичный расход, не вредит ткани. Маленький, компактный, можно носить с собой, все супер. Миллион применений просто. Я довольна безумно. Ручку мы убрали на ура. Школа, я знаю, многие ходят в блузках, в рубашках. Это очень актуально. Воротнички у мальчиков на белых рубашках. Вообще просто моментально. Поэтому ставлю 10 из 5, а вы приобретаете по ссылочке в описании. Средство действительно крутое. Покупочка Озон. Вот такой вот интересный рис для плова от Увелки. Натуральные специи внутри. Я только не пойму, где они внутри, потому что рис тут, ну, как бы белый чистый, может, в отдельном пакетике. Сейчас как раз буду готовить. А, да, в отдельном пакетике буду готовить плов и посмотрим, что тут у нас из специй. Состав, вот. Так, кориандр, куркума, имбирь, перец красный острый, пажитник, перец душистый, кумин, паприка красная, сахар, тмин, куркума, перец черный, молот, масло растительное. Вот так вот, интересно. Приправа для плова, соль, чеснок, приправа карри. Вот так. Сейчас открою, посмотрим. Вот он сам рис, тут его достаточно много, я хочу сказать. Прям вот я не знаю. Ну, не, нормально, на раз, в принципе, нормально, чуть-чуть останется. И вот специи в отдельном пакетике. А цена вопроса 100 с небольшим рублей была, дешевле всего он был на зоне, вот прикупила. Сейчас будем готовить, попробуем. Ну и на этом все. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, в том числе на карандаш Brand Free, как всегда, в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.